Я прошу глав еще раз посмотреть, лишним не будет. Эта неделя для глав районов Татарстана и всех служб, кто контролирует питание в учебных заведениях на местах, началась, можно сказать, в воскресенье. 11 февраля из-за ЧП, произошедшего в Казанбашской школе, что в Арском районе, было созвано экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сформировано 3 группы по проверке школ и дошкольных учреждений нашего района. В Лаишевском районе, откуда, кстати, не поступала ни одна жалоба на организацию питания, с понедельника тоже проверка. Заместитель главы Татьяна Бурганова отмечает: проверяем соблюдение санитарных норм и правил. В составе районной комиссии и депутаты, и представители общественных организаций, и специалисты исполкома. По результатам проверок будет проведено организационное совещание, где будут сделаны и выработан комплекс результативных мер по укреплению организации контроля питания. То, что необходимо, все есть у нас. И посуда, и моющие средства. Рашид Хафизов, директор школы в селе Пилево, отмечает, комиссия к ним приехала в числе первых. Итог проверки – ни одного замечания. Поэтому директор делает вывод – ситуация, которая случилась в Арске, в его школе точно не произойдет. Кстати, сейчас в учебном заведении здесь обучаются 52 ученика. Мы этим вопросом занимаемся серьезно, потому что здоровье детей – это задача номер один. Что случилось в Казанбашской школе? 10 февраля в приемный покой Арской центральной районной больницы обратились школьники с признаками острой кишечной инфекции. Позже в селе Казанбаш во время дворового обхода врачи выявили еще 26 детей с признаками инфекционного заболевания. Было госпитализировано 39 человек, в том числе учитель Казанбашской школы и сестра одной из учениц. 30 человек были направлены в Казанскую инфекционную больницу. В понедельник о состоянии заболевших проинформировал тогда еще министр здравоохранения Адель Вафин. Оперативно был установлен возбудитель инфекции, это норовирусная инфекция. И мы где-то в течение, наверное, 15 часов уже смогли с помощью ПЦР-диагностики идентифицировать его, поэтому лечение абсолютно адекватно возбудителю. Благодаря вовремя и профессионально оказанной медицинской помощи уже в четверг все пострадавшие были выписаны из больниц. Тем временем Казанбашскую школу закрыли на карантин за счет весенних школьных каникул. В Министерстве образования констатировали, ранее жалоб на качество питания в школах Арского района к ним не поступало. В этом году, к счастью, жалоб по питанию некачественному буквально было, я смотрела, за последний месяц это было 2 жалобы. Ни в коем случае они не касались Арского района. Произошел сбой, наверное, это все-таки человеческий фактор и, может быть, отсутствие какого-то контроля. Пока Следственный комитет и Роспотребнадзор на неделе расследовали причины ЧП, сложившуюся неординарную ситуацию мы обсудили с экспертом. Галина Шарафутдинова занимается организацией питания уже много лет. Она исполнительный директор Ассоциации рестораторов республики. Школьные столовые, так же как и рестораны, работают по одним санитарным правилам. Гигиена очень важна, отмечает Галина Шарафутдинова, и называет точки риска, которые могут стать причинами ЧП. Первое – некачественное сырье. Второе – нарушение технологического процесса. Третье – это санитарное состояние персонала. Следствием установлено, что в пятницу и субботу в меню детей был куриный фарш, а также омлет. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по 2 статьям. В среду по подозрению в причастности к совершению преступления был задержан директор торгового дома. Он поставлял продукты в школу. На предприятии поставщиках продукции были проведены обыски. Кроме того, в ходе осмотра прилегающих к школе территории были обнаружены следы попытки уничтожения просроченных продуктов. В Арский межрайонный следственный отдел явился директор школы и сообщил то, что в организации питания детей были допущены определенные нарушения. Руководитель РАНО в то же время заверял, на территории школы продукты не уничтожали, просто повар провела уборку. И сожгла мусор, это бумажные тары, коробки, которые образовались после доставления продукции в данное образовательное учреждение. В пятницу поставщик продуктов в школу был отпущен. Просроченной продукции сотрудниками Роспотребнадзора не выявлено. Днем ранее, в четверг, по решению суда от занимаемой должности был освобожден директор Казанбашской школы. Сейчас он находится под обязательством явки. Источником инфекции послужили, да, 2 сотрудника, у которых обнаружен на сегодня норовирус. Это повар, которая заболела и 7 февраля не выходила на работу. Второй сотрудник – это кухонная работа.
домработница, которая не должна была принимать участие в приготовлении пищи. Помимо этого, в казанбашской школе был выявлен целый букет нарушений. Не у всех из персонала был в должном объеме пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение. Кроме того, были выявлены нарушения при обработке инвентаря. Случившееся ЧП – очередной повод задуматься, как обезопасить и улучшить питание в учебных заведениях Татарстана. Вновь обратимся к мнению экспертов. Это очень сложная наука, очень сложный вид деятельности. И мне очень жалко руководителей общеобразовательных учреждений, которые занимаются самостоятельно. Во всех сферах быть асом не получается. Сейчас в России активно развивается аутсорсинг. Это когда направление передается компаниям, которые на этом специализируются, констатирует Гузель Ананьева. Комбинат школьного питания сегодня кормит учеников Казани с сентября прошлого года школьников Нижнекамска и Нижнекамского района. Также поставляет обеды и завтраки в детские сады 9 районов республики. В департаменте готовы помочь. Если они видят нас у себя в районе, мы как бы рассматриваем это с точки зрения там, коммерческого подхода, то есть насколько мы сможем на самом деле там не просто зайти и забрать рынок, да, а на самом деле организовать качественно. Наш столовый располагается на 2 этажах. Таких столовых, как в лице имени Лобачевского, в Казани осталось очень мало. А такая уникальная, на наш взгляд, и вовсе единственная. Здесь очень сильная команда во главе с шеф-поваром Валерием Сергеевичевым. Директор лицея Елена Скобельцина рассказывает о их методике. Утром обязательно медсестра осматривает персонал, участвует в закладке продуктов, снимает пробы и ведет контрольный журнал. Есть и народный контроль. Раз в неделю дегустация для родителей школьников. Благодаря грамотным решениям здесь решена главная проблема – текучка кадров столовых работников. Небольшие зарплаты, которые имеют работники столовых, делают их еще более уникальными работниками. Но сегодня за 15-12 тысяч мало кто соглашается работать, тем более в таком темпе. Поэтому мы стараемся их всегда премировать. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней.